Ой, цветочки, всем привет, дорогие зрители! Я пришел в гости покушать, а также продать одну очень хорошую квартирку в одном из люксовых проектов района Каркаджак. Да, я раньше работал в этой компании, в этом проекте. Называется Экомарин Резиденс, район Каркаджак. Продается 1+1 на 5-м этаже, но он как уже 7-й этаж, так как проект был построен на высоте. Здесь огромная территория, одна из новых проектов 2018 года, которого самая огромная территория. Три бассейна. Один, два, три. Там вода стекает, как инфинити бассейн. Очень большая ухоженная территория. Состоит она из 5 блоков. Здесь 100 квартир. Айдат у 1+1 340 лир на данный момент. Отсюда у нас вид на крепость Алании. Вот. О. Вид на море. Сейчас там влажность высокая. Море не видно, но вид на горы. На соседнее здание. Вот вид. Также горы. На земельный участок. И также вид на цветочки. Ага. Покажем квартирку. Я показываю квартиру, потом спускаюсь, показываю вам всю инфраструктуру. Там крытый бассейн, там фитнес, митнес, все есть. Все очень качественное. Под каждым зданием есть крытая парковка. Крытая парковка. Вот. И вот там есть, и в этом блоке. Квартирка у нас продается в блоке D. Огромный балкон. Качественные стройматериалы. Балкон 15,5 квадратных метров чистых. Я отмерил лазерным измерителем. Вот это вещи. Не буду показывать. Так. Здесь у нас гостиная. Так. Гостиная, бытовая техника, вся фирмы Bosch. Кондиционер фирмы Gree. Такой вот качественный стол. Стиральная машинка, плита, все. Кушать буду, дорогие, да. Чай пить буду. Еще свет там горит, да-да-да. Там тоже горит, да-да-да. Открой, открой. Ай. Кнопка, гости пришли. Ха, свет горит, да. Так. Ага. Итак. Ага. Шкафчики все с доводчиками. Жик-чук. Bosch микроволновка, духовка, посудомойка, стиральная машинка, холодильник. Все есть там. Что там будет? Вкусно. Так. Здесь у нас прихожая, но и сюда я еще вернусь. У нас 20 квадратных метров вот до этого холодильника. Чистая вот оттуда до сюда. LED-освещение наверху. Высота потолков 270 сантиметров. Вот. Так. Здесь у нас... Видите, да, какие качественные стройматериалы использованы? Дверь. Пылесос также фирмы Bosch. Если не понравится, отдайте мне. Так. Спальня. Так. Вот. Спальня 12,5 квадратных метров. Отмерил лазерным измерителем. Кондиционер фирмы Gree. Тоже здесь. Также хорошая мебель. Видите, да, что... О. Такой там алюминиевые окна, также выход на балкон. Итак, дорогие зрители, я иду вниз и снимаю вам всю инфраструктуру, всю территорию. Это есть открытая парковка, рядом есть огромный парк, новый построенный, и
Там также теннисный корт, баскетбольная площадка отдельная. Тут зона барбекю очень хорошая. Смотрите до конца, не закрывайте ролик. Так, смотрим. Здесь прихожая, встроенный шкаф. Также здесь шкафчик. Обувь можете поставить. Прихожая 3-4 квадратных метра. Жилая площадь у этой квартиры где-то 52. 50-52. Санузел. Мозаики. Душевая кабинка большая, не маленькая. Иду я вниз. На этаже раз, два, три, четыре, пять квартир. Одену-ка я свои сапоги. Смотрите, как правильно все сделано. Здесь окна сделаны, чтобы проветривать. Застройщик об этом тоже подумал. И там форточка, окошко отдельно, чтобы проветривать. Рядом также строится новый проект. Там тоже квартиры почти проданы. Видите, этаж четвертый, он как пятый. О, королевский лифт. Золото, молото. Это камешки. У нас даже песенка у нас. О, 26 градусов. Год сдачи 2018 год. Я спускаюсь, кажется, в крытую парковку. Да. Покажу вам крытую парковку. Вместимо 6 человек. Спустился я. Вот крытая парковка. У каждой квартиры есть своя отдельная кладовка. Это очень важно. 7.24 видеонаблюдение, 7 дней 24 часа. Посмотрим свет. Да. Вот такая кладовка. У каждой квартиры под ключ закрываете, ставите ненужные вещи. Так. Большая она. Идет до конца. Вход оттуда, с ворот. Также есть парковочные места для велосипедов и электрических мотоциклов. О, смотрите. Видите? Квадроцикл. Ага. Оптимус. Тоже очень хорошая. Советую. Видите, какие мотоциклы электрические производят у нас в Турции. И там парковочные места. Пойду-ка я наверх. Вся главная инфраструктура у нас в блоке С. Квартира напрямую у меня. Звоните, пишите нам по номеру +90 555 064 91 10. Зеркала, прихожая, коридора блока D. Тут у нас включаются фонтанчики, цветочки, все вот. Видите, даже листья обрезали. Запустят, наверное, уже бассейн через некоторое время. Поднимаемся блок С. Хочу вам показать отсюда. Вот это верхний бассейн. Тут джакузи. Вот он. Шезлонги уже. Вот отсюда вид на море. Его видно, но из-за того, что влажность высокая, сложно увидеть. Там аквапарк, детская игровая площадка. Впереди этого проекта у нас находится новый установленный парк мэрии Алани. Постараюсь его тоже показать. Две горочки. Видите, нижний бассейн уже запустили.
Также грибочек, там тоже фонтан. Детская игровая площадка. Огромная территория. О, фасад здания уже увидели. Вот в этом блоке продается квартирка. Цена квартиры 110 500 евро. Есть маленькая скидка. Стал по этим лесенкам, нужно подниматься. Вот фитнес. Тут большая даже детская игровая комната. Начну я отсюда. Что-то свет не включает. Так, здесь ремонтируют. Фитнес. Зал. Ага. Так, свет я включу. Итак, включил я свет. Сауна. Вроде работает, видите, включил. Римская парная со своими звездами. И турецкий хамам. Здесь есть VIP-комната для отдельно, кто хочет с семьей. Искупаться здесь, принять душ. Можно закрыть дверцы от посторонних глаз. Так, теперь отключим свет. И здесь отключим его. Тут крытый бассейнчик. Это зона отдыха. Вот крытый бассейн еще не слили. Так. Большой крытый бассейн. Где-то 15 или 10 спала. Ну, 15 метров в длину. Туда, сюда. Так, это тоже джакузи, там бульбулькает. Давайте я просто отменю отсюда длину. Посмотрим. Шестнадцать метров. От моего места до туда. Ну, где-то. Понятно. И тут место для йоги. Покажу остальную инфраструктуру. Так что рядом есть парк с большой территорией, где у нас теннисный корт большой, новый, футбольная площадка, кажется, также есть. Тут ремонтируют. Ждут, чтобы высушилось. Тут есть даже музыкальная комната, если еще не сломали. Детишки, вот барабаны, шумоизоляция, пианино, вот видите. Включили, забыли выключить. Подождите, сейчас вспомню. Так, как я играл. Так, забываю. Так, забыл. Лезгинку хотел. Так, выключим. Да, 8 лет ушло на это. Так, здесь у нас санузлы. Санузлы. Как же маленький унитазик.
детишкам. Так. Детская игровая комната. Отключили свет, что ли? Смотрите, такие комнатки. Мяу. Котенок здесь. Домик. Ой, котенок. Ой, котята. Ой, клетки какие. Кто-то за ними присматривает, корм, отдых. Дети, наверное, присматривают. Так. Кинотеатр закрыли. Это я прилепил. С тех времен она осталась. Так, закрыли кинотеатр. Дети, наверное, лезут туда. Портят. Тут зона отдыха. Также можете отмечать день рождения и тому подобное. Дискотека. PlayStation. Пульты, наверное, уже испортили. Барные стоечки. Бильярдный стол. Теннисный стол. И самое главное, здесь у нас зона барбекю. Вот так. Огромная. Можете шашлык, машлык пожарить, здесь открыть, но видите. Так. Так, дорогие зрители, цену я уже огласил, так что найдите. Подождите, я так и не видел давно. Смотрите, какая красота. О, что за дерево, не знаю. Природа. Ага. Звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами была Гаси, Солнечноланья, район Каркеджак. Тут очень хороший пляж. Расстояние до моря, забыл, сказал, здесь где-то 950 тысяч метров до моря. Рядом есть инфраструктура, магазины, пекарни новые открыли. Сеть магазинов А101, Мигрышет. И маленькие фруктово-овощные магазины. Также ресторанчики рядом есть. И пляж тоже хороший, района Каркеджак. Все. Всем пока-пока.